Из образовавшейся дыры посыпались опилки утеплителя. Деревянный дом не смог противостоять многотонной технике, которая поставила точку в многолетнем споре властей и цыганской диаспоры. Комфортная жизнь цыган в селе Айша Зеленодольского района закончилась. Суд признал эти постройки незаконными и постановил их снести. Срок, который был дан на добровольное исполнение решения суда, истек. Поэтому сегодня здесь оказалась строительная техника. Решение суда исполнено должниками не было. Соответственно, исполнительный лист, требования которого содержали сведения о том, что в случае, если должник сам не исполнит исполнение данного исполнительного документа, возложить на Айшинский исполком. Соответственно, сегодня проводятся меры именно по сносу силами исполнительного комитета Айшинского сельского поселения. А в дальнейшем исполнительный комитет может возместить сумму затраченную на снос? В дальнейшем, да. В последующем они в порядке искового заявления могут возместить денежные средства, которые были затрачены на данное мероприятие. Суд с требованием признать постройки самовольными и подлежащими сносу обратился исполком Айшинского сельского поселения. Дома появились здесь в нарушении правил пожарной безопасности, санитарных норм и других нормативно-правовых актов. Мы впоследствии также намерены добиваться правовой истины. То есть Верховный суд Татарстана вы не обращались? Прошли, да? Мы там ответили буквально через за 3 дня, то есть не успели материалы делать. На то, чтобы снести по меньшей мере 15 незаконных построек, исполком затратил около 900 тысяч рублей. Ликвидация домов прошла без эксцессов и особых волнений. Порядок в селе в этот день поддерживали полицейские, но нервы у людей все-таки сдавали. Представители цыганской диаспоры сейчас остро волнуют вопрос, где жить, учитывая, что холода не за горами. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».